Всем привет! Меня зовут Оля, я из России, но последние 2 года я живу в Голландии. И это мое первое видео, в котором я бы хотела рассказать вам о моде в Голландии, а также о том, как это сейчас выглядит в России. И, в принципе, мой канал будет посвящен именно моде и красоте, также жизни, конечно же, в Голландии. Может быть, я буду это сравнивать, как это было в России, интереснее, неинтереснее. И я очень надеюсь, что это будет вам интересно. Ну, сегодня я бы хотела рассказать вам о одном направлении, об одном тренде. Помните, где-то в годах 90-х, в 99-м, может быть, в начале 2000-х, были в моде такие кофты с ворсом. Они были сделаны обычно из акрила с таким длинным ворсом, где-то 1,5 сантиметра. Такие пушистенькие, миленькие, но качество материала всегда оставляло желать лучшего. Так этот тренд вернулся. И, ну, я бы не сказала, что качество этих изделий изменилось. Поэтому я решила, что да, я хочу это. Хотя сначала это выглядело для меня очень смешно, как будто бы я впала в детство. Но я решила, что я хочу это. В Голландии такие вещи стали носить уже летом. Где-то весной появилось, потом летом больше, больше, больше. Естественно, к зиме еще больше. И я тоже себе купила 2 такие вещи. Значит, первая кофточка, я ее купила еще перед Новым годом в турецком магазине, потому что меня устраивает цена и качество. Я не считаю, что за этот тренд нужно платить очень много денег, потому что это все равно уйдет. И, в общем, эта кофта меня покорила. Она покорила меня своим цветом, своим кроем и тем волшебством, с которым она была сделана, что ли. Она делает каждый наряд таким волшебным, таким нежным, зимним и трогательным. В общем, смотрите. Та-дам! Значит, она сделана из 3 частей, получается, очень такой необычный крой. Ну, естественно, материал синтетический, тут акрил еще есть. И у нее очень короткие-короткие рукава, нет застежки. Отсутствие застежки сейчас тоже является трендом. Никаких пуговиц, заклепок, кнопок, молний. Максимум может быть только ремень. Ну или ваши пальчики. Такая коротенькая кофточка. Очень нежная. Она совсем не греет, ребят. Абсолютно. У меня такие необычные острые уголки здесь. Это мне тоже не очень понравилось. И я ее надевала на Рождество, к рождественскому платью, чтобы придать ему более такой зимний, нежный рождественский вид. В общем, я влюблена в эту кофточку. И следующая вещь, которая у меня появилась в гардеробе сегодня. В Голландии, ну как в Европе, есть такой магазин Primarkt или Primarkt. Это магазин с очень дешевой одеждой. Ну, в принципе, там можно найти вещи довольно хорошего качества. Но не всегда. По большей части там синтетика, очень дешевые материалы, очень простые материалы. Поэтому вещи стоят не очень дорого. Но там можно найти очень красивые, нежные или, наоборот, яркие цвета. Очень хорошие украшения, какие-то сумочки, косметички. В общем, много-много-много всего. Если вам будет интересно, я могу вам снять небольшую экскурсию по этому магазину. Напишите мне об этом в комментариях, пожалуйста. А сейчас я вам покажу ту замечательную кофточку с ворсом, которую я там купила. И вуаля! Такой теплый лимонный цвет, то есть эта кофта будет актуальна также и весной. У нее такой небольшой ворс.
цвет меня просто покорил. Она очень мягкая, очень уютная, и так хочется в нее вот так вот закутаться и с чашечкой какао сидеть дома, смотреть романтические фильмы. Она довольно длинная. И у нее также нет никаких застежек, но есть вот такие вот карманчики. В общем, я безумно довольна своей покупкой. Если у вас тоже есть такие кофты с ворсом, то скидывайте все фотографии в комментарии, давайте посмотрим, обсудим. Надеюсь, что это будет вам интересно. Если вам понравилось мое видео, то ставьте лайки. Если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях, я буду рада на них ответить в своем следующем видео. Пока-пока!